Это первоначальная обработка наждачной бумагой, перед тем, как отправить изделие в галтовку пирамидки, где с пулями. Затем изделие в следующую галтовку с крупным орехом, пастой R6. И потом уже следующая галтовка финишная, где пастой R1 и мельчайший грецкий орех, крупа грецкого ореха, фракция 1500 и 1000. Изделие будет идеально беленькое. А потом в голованку на роде или покрытие серебром 4 девятки скандия электролитом 360.